нужно чуть-чуть добавить. Чуть-чуть вот, чтобы они просто светили, но маленько. Нет, это уже много, вот предыдущая, первая ступенька. Так, а надо спросить, а в зале ничего, вам не темно, не страшно, нет? Освещение устраиваете? Ну, хорошо. Все, можно начинать? Да. Вот. Ну, теперь еще раз. Добрый вечер. Очень приятно всех вас здесь видеть. Довольно большой был перерывчик. И хорошо, что получилось снова собраться все вместе. И я надеюсь, что будет все душевно. Сказать, что мы этот концерт чему-то приворачиваем, я не могу, потому что, в общем, День космонавтики был уже довольно давно. Просто это встреча друзей. Саша, начнем про самолеты.
Спасибо. Я когда составлял плейлист на этот концерт, я подумал, что, в общем-то, предыдущий был довольно давно, и можно петь то же самое, что в прошлый раз, потому что все уже забылось. Ну, так полистал и решил, что все-таки спою песни, которые в прошлый раз, ну, почти все не звучали, потому что есть же и другие песни, которые хочется спеть. Я постараюсь говорить поменьше, потому что надо много спеть. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Штурвал берет другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. И если видишь новый взлет, про все на свете забываешь. И в небе каждый самолет подолгу взглядом провожаешь. Твоя любовь, твоя мечта, убрав шасси, уходит в небо. И мало слова, красота, и ничего прекрасней нету. Ход времени неумолим, наступит день, взрывут турбины, и оторвется от земли тебе послушная машина. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. И держит курс другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Спасибо. Штурманы, наверное, подумали, это не другой пилот, а другой штурман держит. Ну, не обижайтесь. Я еще не знал. Это одна из первых курсантских песен. И я так построил порядок песен, что от курсантского, от обучения, от училища, и потом постепенно через всю летную карьеру. А начиналось все в казармах в Советском Союзе, с 42-м отделом, с разводами и нарядами. Еще не орали команду отбой, и в роте никто не ложился. Я под одеяло залез с головой и даже подушкой накрылся. Лежал я в надежде, что скоро усну, от жизни нелегкой чуть-чуть отдохну. Но в комнату черную притащил старшину, и дерзкий мой план провалился. Я думаю, к нам он случайно зашел, в надежде покушать, пожалуй. И пристальным взглядом обшарил весь стол, но там ничего не лежало. А я притаился, как мертвый лежал, а он где-то лазил и чем-то стучал. Он что-то искал или просто гулял, не видно из-под одеяла. Лежал и думал, когда же он уйдет, но только он не собирался. Кому-то он вдруг рассказал анекдот и сам очень долго смеялся. Потом он к кровати моей подошел, меня под подушкой быстро нашел и глянул так грозно, как горный орел. Я даже чуть-чуть испугался. Бетховен, ах ты, Бетховен.
сидит твоя мать, и тетя так рано отбился. Он мне предложил в туалете убрать, естественно, я согласился. Когда я уснул, то приснилось мне, что меня старшиной назначают и лычки снимают с того, кто меня бессовестно так угнетает. Вот если б так было, вот было бы ему, я счеты бы звел с ним моментом. Ведь мне рапорта рисовать ни к чему, он сам бы забрал. Спасибо. А еще вот не видел. Сан Саныч здесь, Макогон? Здесь! А можем посмотреть? Сан Саныч приветствует персонально. А просто мы с ним вот буквально два дня назад списались. Он говорит, что вот недавно общался с Макогоном, с Мозговым, с моим инструктором. Вот. Еще много людей, с которыми я общался в разное время, и они между собой, и вот такой мир тесен. А эта песня следующая, она как раз про моего инструктора, про Владимира Васильевича Мозгового. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой. Какой-то хмурый дает добро, и я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов, ну да ладно, бог с ним, контроль по карте. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что с ним творится. Плавно, плавно на себя я беру штурвал. Ничего, сейчас он у меня разговорится. Самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не родной, его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой хрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь, из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. Спасибо. Спасибо. Вот следующая песня, которую раньше, по крайней мере, называли «Колыбельной». Я всегда поправлял, что это правильное название этой песни — «Сонная». Потом они рассказывали, что люди под эту песню укачивали своих маленьких детей. Вот. Совем недавно, я даже в этом ВКонтакте выкладывал ролик. Совсем недавно вот мы с женой под эту песню укачивали своего внука. И вот надо сказать, что сработало. А в принципе вот мы эту песню уже пели не раз всем залом. И я, в общем, буду вам благодарен, если вы, не стесняясь, не губами, а можете сказать, в полный голос,
ну, по крайней мере, хотя бы припев. И будет очень хорошо звучать. Свет в окошках погас, всех как ветром сдуло. Спит бои, спит и ас, а ТБ уснула. На приколе стоят наши самолеты, и пилоты все спят, и автопилоты. Все спят, и автопилоты. Очень хорошо. Спит ТЗ, спит АПАК, спит с водой машина. Тихо спит до утра бочка с керосином. Лишь луна над землей этой ночи внемлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. На посту часовой тоже мирно дремлет. Спят заглушки, чехлы, ведра и стремянки, молоток, две пилы и с отстоем банки. Ночь, луна, тишина, лист не шелохнется, только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Только нам не до сна. Учим руководство, только нам не до сна. Учим руководство. Спасибо большое. Я говорю, в принципе, вы можете подпевать практически все песни, мне это очень нравится, это делает атмосферу совершенно неповторимой, поэтому давайте так, я буду вам благодарен. Так, Юр, выходи. Следующая песня «Хочется домой», мы вот с Юрой ее как записали, да, в коптерке вместе, и всякий раз, когда он приходит на мои концерты, я говорю, ну вот, значит, эту песню будем петь мы обязательно. Микрофон. Юрий Василенко, капитан самолета Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Ну и у него еще много всяких хобби. Он и хоккеист, и певец. Он, ну, я потом про тебя дальше расскажу. Шкуры не был, вряд ли нас поймет. Мы живем с мечтой о небе уж который год. Но еще одно желание мы твердим, как заклинание. Если нам порою не везет, горячая вода.
мирские порядки, и как не горевать. Нас гоняют на зарядки, не дают поспать. За людей нас не считают, все на свете запрещают. Как по дому не затасковать? Ой, хочется домой всем вместе. Ой, хочется домой. Дома нет подъема, отбой. Дома жизнь совсем другой. Ой, хочется домой. Наша жизнь, как слишком долгий и кошмарный сон. И начальники, как волки, рвут со всех сторон. И случается, не скрою, после ужина порою слышу чей-нибудь предсмертный стон. Всегда домой вернусь. Ой. И напьюсь, и отосплюсь. Ой, хочется домой. Юрий Василенко, я продолжаю про него. Я ему еще много лет назад сказал, что ты поешь мои песни лучше меня. У него, в отличие от меня, есть голос, да. Я говорю, давай ты, я буду песни сочинять, а ты их будешь петь. Ну вот он, Поросенок, решил свои песни сочинять и сам их петь. Поэтому следующая песня – это авторское исполнение, а я скромно постою в сторонке. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Захарову, что он есть. Это замечательный, великий человек. Я очень рад, и многие мои друзья, с кем я учился, рады. И гордятся тем, что им нам выдалась честь учиться и быть вместе с ним. Я учился на песнях Акуджавы, Антонова, Розенбаума, ну и, конечно, Вадима Захарова. И если бы не он, я, наверное, никогда бы не писал и не пел свои песни. Чтоб можно всех друзей своих собрать.
пожать друг другу руки за праздничным столом и каждому по-дружески обнять. Давай заглянем в прошлое на несколько минут. Мы были там наивны и чисты, мы наслаждались жизнью, мечтали о любви. У нас с тобой все было впереди. Тобой, мой друг, поговорим, как прежде водки выпить из одного стакана. Вот только жаль, что жизнь не повторит, уверен, нам с тобой стакана будет мало. Я так хочу, мой друг, взглянуть в твои глаза, в них наша юность отражается беспечно. И мгновенья, минуты и года в душе у нас с тобой останутся навечно. С тобой помолчим и вспомним тех, кто нам не позволит. Твои уже навечно, их больше не вернуть, их лица нам с тобой не забыть. Давай, мой друг, почаще, хоть изредка звонить. Из жизни может наступить момент, и равнодушный голос вдруг сухо звучит, что абонент уже не абонент. Мой друг, поговори, как прежде водки выпить из одного стакана. Вот только жаль, что жизнь не повторит, уверен, нам с тобой стакана будет мало. Я так хочу, мой друг, взглянуть в твои глаза, в них наша юность отражается беспечно. Ее мгновенья, минуты и года в душе у нас с тобой останутся. Дорогие друзья, встречайтесь чаще, звоните друг другу. Жизнь такая маленькая, такая скоротечная. Берегите себя и всех нас, потому что пока мы вместе, пока мы звоним друг друга, видим друг друга, мы живем. Спасибо вам большое за то, что приходите на концерт Вадима Захарова. Юрий Василенко, капитан А-330. Я что хочу сказать, в мае будет концерт здесь же, только в малом зале, да? Поющие пилоты Аэрофлота. Там Юра тоже будет петь свои песни, если не будет летать в Атворе, да? Нет, будешь, будет. Так что приходите 18 мая и получите удовольствие. Спасибо. Училище. Первое место работы было на самолете Як-40 в городе Колпашево. Сижу я на завалинке и починяю валенки. Со мной котенок маленький пытается шельмец играть. А ты меня не спрашивай, как я попал в Колпашево, как я попал в Колпашево, мне неприятно вспоминать. Там верчик в высшей мере я, кому-то слишком верил я. Сказали мне на севере, работы хватит всем с лихвой. Но мало здесь летаю я, и мало получаю я.
от скуки помираю я, и перспективы никакой. Жил к городу приличному, с рождения привычные, и было все отлично, но судьба решила поиграть. Луна ли солнце щурится, недолго окочурится, с удобствами на улице, зимой при минус 45. Сижу я на завалинке и починяю валенки. Со мной котенок маленький пытается шельмец играть. А ты меня не спрашивай, как я попал в Колпашево, как я попал в Колпашево. Мне неприятно вспоминать, мне неприятно вспоминать. Ну, неприятно вспоминать, это для рифмы так. Спасибо. Саша, что опять свет добавил? Это опять слеп. Саша ушел. В одном я переучился на самолет Ан-24, потому что в Новосибирске Як-40 не было. Были только Ан-24. И пришел в аэропорт Толмачева на самолет Ан-24. Наш горбатый самолет, ой, не любят стюардессы, к нам на вылет, как на каторгу идут. Им бы все на Туполях, Сочи, Львов или в Одессу, а у нас то Нижневартовск, то Сургут. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень, наши рейсы вовсе не награда. Мы бы сами вместе с вами полетели в Сочи, но в Сургут кому-то тоже надо. Наш горбатый самолет вряд ли с Туполем сравнится, здесь совсем не те и скорость, и комфорт. Все гудит и дребезжит, и мечта бортпроводницы поскорее вернуться в свой аэропорт. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень, самолет у нас не лучший самый, а летать на Туполях так кто же из нас не хочет. Но кому-то ж надо и на надо. Ой, они долюбливают нас, эти тонкие натуры, не по сердцу наше внимание. Вот на Туполе говорят, культура не амура, не лемура, и намеков нет на приставание. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень, потерпите, милые, немного. Вы от нас и наших рейсов отдохнете в Сочи, а у нас на север лишь дорога. Вы от нас и наших рейсов отдыхайте в Сочи, ну а мы туда нам дорога. Стряслось, ничего не понять. Задувают ветра, их никак не унять. За окном заунывную песню поют, на дворе неуют, и в душе неуют. Нам сегодня опять не взлететь, как вчера, поперек полосы. Задувают ветра, поперек полосы задувают ветра. Дуют ветры подряд столько дней и ночей. Видно, что-то не так,
на планете людей. Впрочем, что там гадать? Есть немало причин, и не слышно винтов, и не слышно турбин. Нам сегодня опять не взлетит, как вчера, поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Сегодня опять не взлететь, как вчера, поперек полосы задувают ветра. Поперек полосы задувают ветра. Спасибо. Спасибо. Я вот извиняюсь за свою такую слабую технику, но надо сказать, что у меня как-то дома почему-то лучше получается, когда туда выхожу, все равно начинаем косячить. Саш, а ты притуши маленькие фонарики. Ты, наверное, для Юры делал, да? Вот. А, так хоть лицо видно. Я лечу к тебе. Оставаться и тебе одной подолгу оставаться, когда я опять куда-то улетаю. Вышла над землей мне по всей земле мотаться, покидать тебя и снова возвращаться, ожидать тебя подолгу заставляя. Крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на было не был, были не были. Снова вдаль зовут, снова вдаль зовут. Знаешь, ветер странствий не всегда попут. Ветер, и не только море с пальмами нам светит. Попадали бы шторма и снегопады. Знаешь, интересных очень много мест на свете, но люблю я, помотавшись по планете, оказаться снова вдруг с тобою рядом. Белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на было не был, были не был. Снова вдаль зовут, а если к небу голову поднимешь прямо над собою в вышине белую полоску ты увидишь, и, конечно, вспомнишь обо мне, вспомнишь обо мне. Крылья не растут у нас, конечно, за плечами, но мне кажется, что вовсе не случайно нам даны с тобою крылья, и замечу, крылья, сколько раз они с тобой нас разлучали, чтобы через ожидания и печали вновь и вновь нести меня к тебе навстречу. Белым, белым крестиком по небу снова мы рисуем наш маршрут, делим шар земной на было не был, были не были. Снова вдаль зову, а если к небу голову
поднимешь где-то выше стаи голубей. Белую полоску ты увидишь, это снова я лечу к тебе, я лечу к тебе. Годик, и мы с ним попробовали, ну, вместе с бабушкой, конечно, запускать бумажные самолетики. Я не знаю, будет он летчиком или не будет, но вот это занятие ему явно понравилось. Мы тоже это дело снимали на такое небольшое видео, я выкладывал в Фейсбуке и ВКонтакте. Позови меня за собой, поделись своей судьбой. Чистый небосвод голубой прочеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, чтоб летать, в небо самолет поднимать. Для меня любимое дело это, и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь, ломанный дурацкий режим и ночей бессонных усталость. Но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет и оставить в небе свой след, незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится.
Ну, я вот слышал, мне, может, показалось, что слева кто-то подпевал, и очень даже хорошо, ну, маловато будет, давайте вы как-то... Многие же знают. А вот песня такая апрельская, потому что там слово упоминается. Если б ты не была моей женой, если б не был я твоим мужем, как страдал бы я, Боже мой, от того, что тебе не нужен. Я не мог бы ни спать, ни есть. Напомните. Голова забита тобою, счастлив от того, что ты есть, несчастен тем, что ты не со мною. И месяц апрель не пел бы капелью, и только метель. Но что ты будешь делать с этой метелью? Я мог к тебе подойти, не решился ни справа, ни слева. Кто я, заурядный тип, а ты роскошна, как королева. То, что ты предо мной, в самом деле похоже на чудо. Ты посуду помой, а я пока воспевать тебя буду. И с неба звезду я пообещаю, и все, что смогу, найду. Я тебе одной всегда посвящаю. Все, что смогу и найду, я тебе одной всегда посвящаю. Спасибо. Хорошо, когда твои песни знают. Вот если, представляете, я бы вышел вот, где-то в незнакомой аудитории и так вот запнулся и сел. Я, между прочим, знаете, я был на концерте у Олега Митяева, у него тоже бывают такие вот заминочки, то есть, если уж у таких звезд. Я вот не зря в самом начале поинтересовался, здесь ли у нас находится Сан Саныч Макогон. Личность практически легендарная в авиационных кругах, его очень многие знают. Пилот-инструктор самолета Ту-154 поднял в небо не один десяток командиров или просто пилотов. Вот, сейчас вот как в его стихотворении и в песне, которая на это стихотворение написана, значит, он поднимает в небо внука, ну то есть начал этот этап. И следующая песня «40 лет», которая была посвящена, написана им посвящение 40-летию со дня выпуска. Его выпуска, он училище закончил в 73-м году, я еще в четвертый класс ходил, по-моему. Вот. Песня называется «40 лет», стихотворение учинено немножечко по-другому. Снова среди друзей, только жаль, что пришли не все. Кто не знал или не сумел, а кого-то свалил недуг, кто-то просто не захотел. И такое бывает, друг. Кого помянуть, видим список моих друзей, тех, кого уже не вернуть, тех, кто сердце свое порвал, отдавая себя друзьям.
добрал или не добрал, превратившись в огонь и дым. Они тоже с нами сейчас, в нашей памяти и сердцах, может, даже глядят на нас, притулившись на небесах. Сорок лет — это длинный срок, это большая часть пути, это жизни обратный склон, его тоже нужно пройти. Не согнуться бы, не упасть, раньше времени не сгореть, мне бы внуков в небо поднять, да на правнуков посмотреть. Зачем на земле живу, до сих пор не нашел ответ. 40 лет словно 40 дней, самых ярких и лучших лет. Дом построил, поднял сыновей, может, это и есть ответ. Спасибо. Сан Саныч уже в этом зале выступал, и сейчас мы с ним договорились так. Сначала я пою песню на его стихи, а потом он выходит и сам читает свои стихи. Так что встречайте, Сан Саныч Макарун. Спасибо, Вадику, за то, что собрал здесь нас, потому что я встретил очень близких людей, который первый раз меня поднял на Ту-204. Юрий Ситник, заслуженный пилот Советского Союза. Но это не важно, мне 5 минут, я поэтому постараюсь ограничиться. Так как я за всю эту работу не в дружеских, а в партнерских отношениях нахожусь с алкоголем, поэтому он выручал в стрессовых ситуациях. Поэтому у меня все песни и стихи заканчиваются как бы тостом. Даже здесь, вот в этой песне, которую Вадик пел, там есть последний, который не вошел. 40 лет, словно 40 дней, будто не было их совсем, раз уж встретились, друг, налей и поднимем за нас, за всех. Я другу не хотел. Вот у него есть песня хорошая про экипаж, если знаете, что. Но там была душа в четырехзвенном нашем экипаже. Те, кто были в эстафетах, знают, те, кто за границей, тем более, где 2-3 дня сидишь. Поэтому у меня есть песенка эстафетная. Извините, что я без аккомпанемента, я как бы акапеллы чуть-чуть постараюсь исполнить. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, лилась пшеничной рекой, и дым столбом сидят девчонки на коленях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, гитары нету под рукой, а то б я спел вам песню о северных оленях. О том, как рвал полярный круг, как погибал в Афгане друг, о том, как небо беспощадно к нам с тобою. Про трепет губ и сердце стук, про теплоту любимых рук, о том, как сполохи горят над головою. Но нет гитары, вот беда, в стаканах водка, не вода. И спеть бы хором, только слов никто не знает. Летят минуты в никуда, горят мосты, летят года. Я предлагаю тост за тех, кто улетает. Поднимем всем за наш успех, не надо слез, да будет смех. Я пью до дна, напротив девушка не пьет. Она средь на трезвее всех, я б с ней взял на душу грех. Но у меня еще есть тост за тех, кто ждет. Кто в лютый холод или зной, в беде и в радости с тобой. Кто ждет с тревогой возвращения самолета. С работы не спеша домой, мы обижаем их порой. Я пью до дна за наших жен, за жен пилотов.
Ничто не вечно, под луной закуски не стакан пустой, а мой второй уже в углу кого-то жмет. А я придумал то с другой, но лишний я иду домой, а то с хорошей был, простой, за самолет. Вадик, я 5 минут обещанных не выпил, у меня еще 1 минута есть. Я в прошлом году первый раз в жизни с женой отдыхал в санатории. Представляете, какая это была прелесть. Все, мужики, помогите мне. Вот когда махну рукой, вы говорите, не надо втягивать живот. Посмотрите, давайте. Нигде! Не надо втягивать живот. Плохо. Нигде! Вот так вот. Как хорошо с женою в санатории, известно все, что будет наперед. В сачах и сентуках и в Евпатории. Нигде! Когда идешь по чистым тихим улицам, навстречу королевич наплывет. А я иду с любимой старой курицей. Зато не надо! Как хорошо, что рядом моя лапушка, когда был кто-то на Н2 второй пилот, влюбился по уши и сделал ее бабушкой. И с ней! А вечером, уставший от лечения, на разных коечках ложимся крепко спать. Искать на задницу не надо приключения, бежать на танцы к чужим теткам приставать. Ну вот, Сан Саныч поднял всем настроение. Так, да, вот, правильно, свет надо приглушить. Вот, а сейчас я предлагаю, вот мы практически уже давно это стало традицией, на каждом концерте поем наши любимые, судя по исполнению зала, знаю песни. И вот одна из них — это песня из кинофильма «Неподсуден». Поем хором, всем залом. Не стесняемся, никто там это самое, не делает вид. Короче, не сачкуем, да. Андрей, ты должен быть больше громче всех. Птицы поют в сосняке придорожном, в ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно. Это я точно тебе говорю. Надо друзей выбирать осторожно, но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно. Это я точно тебе говорю. Сколько ночей ты провел бы тревожный, чтобы с любимою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю. Жить на земле без любви невозможно. Это я точно тебе говорю. Птицы поют в сосняке придорожном, в ясное небо
неба подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, жить на земле без любви невозможно, это я точно тебе говорю. Спасибо. Вот замечательно. Да? Вот одна из песен, которые я в этом концерте в прошлый раз, была презентация альбома «40 лет», и там было 5 песен на стихи Ильи Иконникова. Но поскольку я их в прошлый раз пел, я в этот раз решил ограничиться только одной песней, но, на мой взгляд, очень красивая. Называется она «Базировка». А мужчины-летчики, женщинам, которые не знают, что такое базировка, объясните или мне объяснить? Объясните? Ну, хорошо. Лук зеленый доживает век аэродрома, АН-2 прилежно зачехленный тут в гостях, а вот буренки дома. Небо здесь изрядно прохудилось, ливни по неделям, как из крана. Не горит тайга в такую сырость, на приколе борт лесоохраны. Около полудня просыпаюсь, не спеша в аэропорт приходим. От безделья тягостного маясь, ждем, ждем, и снова экипаж свободен. А в мечтах райцентр опять разбужен рокотом небесного мотора. Хочется летать, но ты не нужен ни на третий день, ни на который. Все пройдет, окончится и это долгое никчемное сиденье. Только погасило ночи лето, август наступает в воскресенье. Так зачем же в самый крайний вечер базировки алое, лениво? Солнце из-за тучи выгнал ветер, и заря на плес легла красиво, и луна столовской ватрушкой до утра плыла под небесами, да и с провожавшей нас подружкой стоило ли меняться адресами. Спасибо. Когда летишь на восход? Когда летишь на восход, ужасно хочется спать, и город Владивосток я не люблю посещать. Я не люблю по 3 дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то
Москву летать любят все. Про Сочи что говорить? Тут все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Люблю войти, не стучать, и не спугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Спасибо. Давайте с вами сделаем перерыв. Вот минут через 15. Встретимся снова.